Зачем советские танкисты вешали ведро на ствол танка? В годы Второй мировой войны вермахт имел едва ли не лучшую бронетехнику в мире. У Советского Союза было чем ответить, однако ответ этот был неравновесным в массе своей, особенно когда на фронте стали появляться пантеры. Конечно, у Союза были такие тяжелые танки, как ИС-2, которых особенно боялись немцы, однако количество оставляло желать лучшего. Основная масса танков была представлена Т-34, а позднее Т-34-85. В то же время экипажи пантер неистово боялись упомянутых танков ИС. Ирония была в том, что на большом расстоянии силуэты Т-34-85 и ИС-2 почти не отличались. Гарантированно различить две машины вражеский наблюдатель мог только по наличию дульного тормоза. Такой был у танков ИС-2 и отсутствовал у Т-34-85. Вот советские танкисты и придумали военную хитрость вешать на дуло Т-34-85 ведра, чтобы на большом расстоянии немецкие разведчики и наблюдатели принимали советские танки за ИС-2. Такого рода дезинформация позволяла серьезно менять план боя нацистов, выигрывая для Т-34 преимущество на поле. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в шапке канала.